Какие факты о космонавтике знаете вы? Какие ты знаешь? Я ничего не знаю. Ну как? Когда полетел Юрий Гагарин? Сегодня. Первый вышел в открытый космос Леонов. Все. Королёв. Честное Королёв, слово. Труп, да. Который выпускал, естественно, все это ракеты, делал. Он первый конструктор. Это Союз, ракеты Союз 16. Королёва? Ну как же, кто? Это главный был наш космический бог. Я знаю, что Юрий первый космонавт. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Я знаю, что Юрий Гагарин первый космонавт, который полетел. А в каком году полетел? Гагарин первый космонавт. Не дожил до дня космонавтики. Как его звать? Гречка. Гречка. Да, я имени, правда, не помню. Да. Вот. Ну и, во-первых, конечно, гордились своей страной, что первый полет осуществил Юрий Гагарин. Россия, да, именно Россия, да.